Ребятки, всем привет, с вами Александр, Дино Хантер, Дедли Шурс. Будет у нас продолжение такая неделька динозавриков. Пока у нас, ну, в преддверии выхода фильма «Мир юрского периода» остается всего лишь там... Так, подождите, денек или когда? А сегодня у меня 5 число, а часом уже не вышел. Надо проверить. Так, 6-го, 7-го числа, точно, 7-го числа. Фух, я уже испугался, в общем-то. В общем-то, изо дня на день начнется прокат нашего фильма. И мы тоже давненько не заходил в Дино Хантер, тем более взял мобильный телефон, лежу. Я в кои веки взял мобильный телефон в руки, уже не помню, когда это было. Постоянно на... Ноксе играю, но ничего, так даже как-то по кайфу подержать телефончик в руку. И давайте мы уже будем сейчас отправляться на охоту. Мы в 13-м регионе пойдем за трофеями, ребятки. Да, тоже эту серию записывал, когда ловлю Jurassic World Live, динозавра на улице, в общем-то, выключаю звук, и потому здесь будет звуковая дорожка вот такая музыкальная, плюс мой голос. Ну ладно, думаю, тоже... вполне себе хорошо зайдет для разнообразия. И босс у нас Гатор, это у нас Барионикс. В этом регионе у нас довольно сложно, так вот у нас их две штуки, и давайте начинать бомбить. Главное стрелять поточнее и не промазывать. Так, ну что-то мне кажется, что второй у нас там уже где-то на подходе. Думаю, что нужно стрелять и одного, и второго, чтобы как-то замедлять. Полностью, наверное, стрелять только по одному. Мы как-то, наверное, не успеем, хотя мы и так не успели. Ну, да, в общем-то, 13-й регион, штука довольно-таки непростая. Там у нас шли двойные боссы, вот как и сейчас идут, и с ними уже довольно сложно. И, кстати, я вот что-то как-то не помню, чтобы было так как-то сложно, вот как сейчас с этим автоматом. То есть автомат какой-то фиговый. Ну, то, что он стреляет там по 3 патрона, это понятно, так и было. Но убойная сила у них какая-то очень маленькая. Ну, слишком много раз. Сколько я попал уже? 2, 3 там или 4? 4. 4 выстрела, это пока там черточки у нас начинают исчезать, да? То есть, да нет, непонятно как-то по черточкам. Ну, тут выстрелов по одному, надо минимум, наверное, 6 попаданий. Короче, второй раз нас сажали, но ничего. У нас есть, кстати же, либо супер убойные патроны, либо замедление времени. То есть, я им этими штуками практически никогда не пользовался, но они у меня есть. Нам их давали, дают и за какие-то там выполнения заданий. Так что... сейчас, наверное, мы воспользуемся замедлением времени, скорее всего. Но сейчас они стоят вроде как... так, этот за колонной стоит. Не, хотя нет, смотрите, пробило его. Ну, давайте сейчас начинаем пробовать. Если что, буду использовать хронодринк. Во, пошел хронодринк. Раз, два, это был три, вот попал. Ладно, будем считать по тому динозавру. Поэтому 4, то есть 3, 4, 5. Ну, 5 попаданий хватило. Здесь 3, вот это было 4, и вот это 5. То есть получается по 5. Ну, хотя здесь шла очередь, то есть, ну, 5 залпов. А сколько пуль прилетало в одно яблочко, фиг его знает. Ну, минимум, короче, 5 очередей нужно бахнуть по одному прицелу, чтобы преодолеть. Нам предлагают супер выгодное предложение. Мне, кстати, на него хватает золотых монет. Но нафиг оно надо, если мы уже 13 регион, автоматы, в принципе... почти прошли. И далее дают нам кусочек карты. Хотел сказать урон, но нет. В общем-то, босс Гатор прошел. Это у нас была серия автоматов, ребята. А дальше у нас еще идет серия луков. Вот появились новые боссы на луков. Это птичка. Мидас наш босс называется. Но лук мы сейчас покупать походу не будем. У нас осталось 7 боев в серии автоматы. И нужно закончить это. Итак, 5 меритериев. Ну, сразу... понимаю, что это будет не легче, чем отстрелять двух барионикса, потому что, ну, жесть какая-то. 3-4 выстрела в какую-то свинью. Ну, в меритерия, ну, это жесть какая-то там. Ну, она не свинья, но все равно, смотрите, раз, два, три, четыре, реально 4 выстрела. Того пристрелил. О, повезло, вот, что они реально вот тупят вот так вот. Вот еще один. Где еще один? Все, ну, пропали все помидоры, да. Просрали все полимеры, как говорится. Жестячок, на самом деле. Много препятствий и много нужно подстрелить жертв.
ну, даже не так, что много, реально много выстрелов в каждую жертву. Вот это, короче, какой-то косяк. Автомат у нас в этом регионе какой-то самый не... Короче, беспонтовый. Так, смотрим. Раз, два, три. И здесь пять. Ну, поехали. Валим, 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 валим. Один есть. Блин, я даже двоих не могу завалить с одной очереди. Повезло. Уперся. Этот тоже уперся. Если нам еще так повезет, то мы пристрелим. Ну, патронов мало. У меня прокачан он на максимум. Смотрите, этот уперся. Они вот все упрутся. И, наверное, благодаря этому мы только отстреляем. Ну, давай. И ты еще упрись. И вот вообще все в шоколаде. Уперся тоже в невидимую стенку. Давай, давай, давай. И все, последняя пуля полетела, ребята. Снайпер элит. В прошлом. Фу. Так, отстрелили. То есть у нас получается два этапа. Но мы уже провели 5 боев, да? Ну, погнали дальше, ребятки. Так, два куска энергии остается. Нужно будет еще, наверное... 4 молодых барионикса. 4, ребята. Ну, они хоть не боссы, но это будет тоже, да. Чувствую, эта серия у нас будет такая серьезная. Так, бариониксы, где вы тут? Вот, они все подсветились. И начинаем с самого ближнего. То есть, они же, так понимаю, будут нас атаковать. Это же не курочки пассивные. Так, одного подстрелил. Так, так, так. Надо этого гасить. Загасил, промах, промах, промах. Так, 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 сейчас момент истины. Есть, один, второй. Ну, 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 ты, он съел или... Да, ребята, это круто, круто. Вот это был ближний контакт. А, за это можно лайк поставить. Всем тем, кто не отделался, нужно срочно поставить лайк. Потому что это был ближайший контакт. Он нарушил мою зону комфорта, как говорится. 30 сантиметров, по-моему, так. Или 60, нет, 30. Это самое ближнее по психологии там. В общем, неважно. Так, теперь у нас есть 6 авиарапторов. Ну, здесь вообще жесть, конечно, локация. Если их нужно будет подстреливать, вот как свинок наших, то здесь без шансов. Ну, надеюсь, здесь они будут просто пробегать мимо. Да, вот побежал один авиараптор. Давайте вот сдвинемся. Так, ну что, два залпа и все отлично. Нормалек. Так, этот, походу, уже пробежал. Так, авирапторы. Еще два только подстрелил, еще остальные. Вот, во, во, побежали в эту сторону. И, блин, я не могу повернуться дальше, ребята. Вот не работает поворот дальше. Блин, жесть какая-то. Упираюсь, в общем-то, в пределы экрана, в пределы видимости. Так, три подстрелил. Четыре. И что у нас там еще? Ну, 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 где, где, где? Так, тут целая орда пробежала. Ну, просто жесть какая-то, ребят. Жесть. И последний. Ух, слава яйцам. Слава яйцам. Наши птички-рапторы повержены. Так, энергия закончилась. Сейчас я тут насмотрюсь рекламы, ребята. И мы продолжим. Так, вот, два куска энергии я уже заработал. Но у нас остается еще 4 боя. И сейчас нужно 9 диморфодонов. Ну, 9 диморфодонов, это, в общем-то, проще простого, но лучше, конечно, с прицелом. Они ложатся с одного выстрела, называется. Успей подстрелить другого, пока не упал первый. Реально. Реально, они падают долго с неба. Ну, и вообще, капец, так высоко летает. Ну, даже как-то неинтересно. Поприкольнее, когда они летают низко и на тебя атакуют. Вот когда ты одного подстрелил, да, он когда раненый, он будет тебя атаковать. Ну вот что-то вот эти ребята явно не спешат, их 9 штук, но никто не хочет меня атаковать. Ближнего контакта они что-то не любят. Ну и по последний, нет, предпоследний. Минус и минус. Ну еще можно было бы еще забрать 10-го. Так, 3-200 миллионов нам дают за одну такую охоту. Но я боюсь там представить, сколько стоит лук. Наверное, 200 миллионов. Вот стоит следующее наше оружие. А мы идем валить 3 гриппозавров. 5 гриппозавров, то есть, да. Напоминают они мне будто бурозавров. Так, я вообще-то не вижу их. Вижу вот 1, 2, 3. Где еще?
где-то спрятались. Но вот как мне их пробить пятерых, если их даже не вижу, чтобы они не успели убежать? И где здесь ближе к границе экрана, направо либо налево? Вот там вот два еще, но они довольно далеко. Вот, ну, давайте с них и начнем. Так, эти сложились. Этот сложился, перезарядка очень не в тему. И убежал. И все. Ну да, просрали все полимеры. Значит, нужно ближе начинать с левой стороны. Ну, сейчас посмотрим, какая у нас будет расстановка. Так, смотрим, где у нас. Вот этих нужно валить пораньше. И вот тех. Вот эти с края стоят, и те с края. И вот один выглядывает там. Но ему, походу, получается самое дальше. Начнем с самого опасного. Так, ну тут как-то повеселее, поближе они стояли. Так, во-во-во, не-не-не-не-не, дорогой. Блин, не-не-не, только не смей, есть. Вот так, ну, прошу. Блин, ну это был промах, еще последняя перезарядка, последний шанс, yes. Это была победа, ребяточки. В общем, на этом мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Ну, следующую часть достреляем автоматы и уже купим себе новый какой-то прокачанный лучок. И да, может еще боссика завалим. Ну, как пойдет, ребятки. Так что всем пока.